И всем привет, мы продолжаем играть в Danganronpa Ultra Despair Girls. Быстро возвращаемся мы к нашим похождениям. Жаль, что показывают в меню в нашем давно почивших персонажей, но что ж, ничего не поделаешь. Мы уже вернулись, собственно, к нашему... Можно назвать его уже, наверное, временным домом. Наверное. Потому что куда же нам возвращаться, если не сюда? Любой сюда может прийти и просто открыть эту штуку. Не очень безопасно, на самом деле. Ну ладно. Никого нового не... А, тут может быть новые люди, которых я спас. Где Широкума? О, тишина. Тихо, слишком тихо. Широкума. Широкума умер. А, хеллоу? Хеллоу? Эй, вы двое. Я, в чем проблема? Или ни в чем? Я думал, что это произошло. И, кстати, Манукумы уже довольно близко подбираются к вам, ребята. Надо быть поосторожнее вам. Эй, вы добрались в безопасности. Я рад. Я хочу услышать полную историю, но сначала... Добро пожаловать обратно. Ну же, прыгайте в мои руки. Спасибо за предложение. Господи, этот парень развил свой вкус на обнимание довольно быстро. Комар, что же такое? Ты стесняешься его? Быстро, как он просто выпущен свой живот. Не очень хорошо выглядит. Ну же, не стесняйтесь, сделайте это. Блин, по-моему, зря мы ему дали эту привычку. А, вау. Даже только это хочет? Окей. Наверное, я могу, я не мылась какое-то время, так что я могу быть довольно липкой. Как насчет того, что ты собрала свои волосы, помылась и поменяла свою одежду и белье сначала? Вау. Вау, Широкума, вау. Как такое можешь просто женщине говорить? Пускай она сама это... Окей. Пускай она и сама это сказала, но... Можно быть чуть повежливее. Не знаю, может тебе понравится наоборот. Кто знает. Господи, почему бы не просто тебе так же не поклониться еще? Ну, я пытался сделать грязную шутку. Грязную. Грязную. Так как обычно я довольно чистый. Качество изменения. В любом случае, вы должны быть довольно усталы. Устали. Почему вам немного не отдохнуть? А где у вас ванна есть здесь? С этим настроением здесь я не думаю, что я смогу спать, если даже захочу. Кроме тебя, все остальные кажутся не... Да... Неприветливыми, да. Это не так, они просто стесняются. В смысле, не одна, а две девушки в школьных униформах. Этого хватит, чтобы мужское сердце взорвалось. Да. Широкому, где же ты этого набрался? Школьница в униформах. В школьной униформе. Да, Широкума. За такое по головке тебя не погладят. Но... Я слышал, что вам нравится быть в
возрасте старшеклассников после того, как вы выпустились из старшей школы, наверное. Эй, ребята, разве не рады, что эти две молодые девушки вернулись к нам? Почему он пытается нас выставить, я не знаю, какими-то куклами, я не знаю, как будто все прям так и хотят двух школьниц каких-то, я не знаю. Серьезно, какая ему разница? Видите, точно приветливые. Ты о чем вообще говоришь? Твои что, уши взорвались или что? Широкум, благодарю за предложение, но я сейчас не чувствую, как что хочу отдыхать. Камару, что случилось? Связь не сработала? Нет, связь работала нормально. Я просто не уверен, придет ли фон будущего. Понятно, так поэтому ты так расстроена. Мне жаль, ты хочешь, чтобы я погладил твою голову? Вау. Не знаю насчет этого, Широкума. Погладить ее голову? Сколько голов ты сокрушил с такой рукой? Ноль. Как я и говорил, я ничего не сделал такого. Кстати, вот. Опять же. Знаете что? Вот этот Широкума, наверное, он произошел от оригинального Монокумы, то есть, возможно, изначально он правда был каким-то злым Монокумой, поэтому... Поэтому доля правды в этом есть, возможно. И потому что если он, ему не надо было становиться полностью белым, если бы он был, мог быть изначально белым, если бы его таким сделали, но... Если он покрасил свою левую сторону, то значит, он был черно-белым. То есть, вероятно, вполне, что он как раз-таки был на стороне злых детей, его потом кто-то перепрограммировал. Я даже могу предположить, кто это был на самом деле. Да, я знаю, я верю тебе, Широкума. Ты единственный, кому я могу доверять. А, как жестоко. Мне не нравится, куда это идет. Почему, Камару? Зачем ты так хотя бы вслух это не говори? Тока ничего плохого не сделал, он тоже переживает. И Широкума, что мне сейчас делать? Я больше не знаю, что делать. Говоря по правде, Хайджи и остальные проводят совещание, обсуждая именно это. Кстати, о чем я и говорил, может, у нее правда был план какой-то. Все-таки, скорее всего, так и было, но... Почему вам не присоединиться к ним? Не очень хорошая идея. Ты уже забыла, что ты игнорировала его предупреждение и пошла в башню Товы? Ох, это пустяк. Как же мне нравится, когда у него просто бесконечная анимация, когда он вот так, типа, дергается. Это было лишь небольшое недопонимание. У нас все еще одна цель. Остановить этих детей... Неконтролируемых детей и... Помочь плохому отношению ко взрослым, разве не так? Я не думала так далеко.
Нет, правда, я знаю, что ты можешь сделать это. А? У-у-у. Еще ближе. Или же тебе нужно будет это сделать? Тебе нужно быть способной спасти взрослых? Что ты говоришь? Она совершенно противоположная девушка, которую ты хочешь для этого. Армагеддон. Это Армагеддон. И мы должны собраться вместе, чтобы уничтожить этот детский астероид. Са-са. Ну же, наше будущее там. Боже, что с ним такое? Не знаю. Еще больше людей с кем можно поговорить. Кстати. Я не могу выйти отсюда, это хорошо, наверное. Еще нет, некоторые люди появились. Где же наша подруга там, Хагакура. Хагакура. Окей, че ж ты грустишь, мужчина? Похоже, надеюсь, было в порядке. Этот парень, который кричал на монитор раньше, что-то насчет его жены. Как он стал таким? Интересно, Камару, как же он стал таким? Как ты думаешь, фиолетовая девушка, я видел твою семью, сочувствую. Не первый раз мы уже с тобой пересекаемся, но все же. Хочу посмотреть, я могу, кстати, сюда зайти, в каюты. Каюты. Я сказал каюты, вы все не ослышались, сказал каюты. Да. Окей, всем, ко всем по очереди подойдем. Сколько я еще должна оставаться здесь? День за днем это чертово место. Я больше не могу этого терпеть. Может лучше ставить ее одну? Возможно, только возможно. Возможно, ты права. Блин, все прям поникли. Нехорошо. Книжка, окей. Еще один мужчина и... Хагакура. А я думал, она совещание, как? А с кем они совещаются тогда? С кем это могут совещаться? Книжка. Тренировка накладывания мороженого. Думаю, что у нее не было никаких особенных талантов. Кономи Тенри отказалась от своей текущей жизни. После того, как она держалась 17 лет, она наконец-то поняла, что ее специальная... Она наконец-то поняла свою специальную... особенную способность на... в момент ее смерти. На краю ее смерти. На грани ее смерти. Окей. У меня есть талант уничтожать другие таланты других людей. Девушка, которая уничтожает таланты других людей, и мальчик, который не думает, что у него есть вообще какой-либо талант. А. Какая дорога будет у этих двоих? Девушка, которая уничтожает другие таланты, и парень, который не думает, что у него есть какой-либо талант. Звучит знакомо. Это был также студентом в Академии Пик Надежды, верно? Какой-то особенный талант. Почему так с ней внезапно дружелюбно общаешься? Разве не говорил тебе? Или я мог раньше эту книжку взять? Мой талант — это писание. Они называли меня раньше абсолютный гений абсолютный писатель. О, замечательный новелист. Это довольно похвально.
Это ничего не стоит быть восхвален, похваленной такой бесталанной девушкой, как ты. Ты думаешь, что я бесталанна, но я на самом деле кое в чем хороша. Ты собираешься сказать, что ты хороша в чтении манги или что, верно? Черт. Подожди, ты серьезно собиралась это сказать? Нет, я серьезно, я особенно в куче вещей. Типа, как использовать стол вместо фена, когда горячо. Или когда мне... Как меня вызывают в классе, когда я не знаю ответа. Единственное ненормальное в тебе — это твоя глупость. Я бы хотела быть более нормальным в этой области тогда. Теперь, когда я думаю об этом, твои реакции тоже довольно нормальные. Нет, перестань относиться ко мне как к обычному человеку. Насколько ты бегаешь 100-метровку? Насколько быстро? Я хочу сказать 18 секунд. И какая твоя любимая музыка? Топ 40. Ужасающе. Ты листанешь, ты уже делаешь меня грустной. Какая твоя любимая фраза? Все хорошо, что хорошо кончается. Твоя любимая еда? Глаза Туны и... Окей, я не знаю автора. Что? А, что-то не так? Нет, я должно быть плохо тебя расслышала. Какая твоя любимая еда? И говорила тебе глаза Туны. И... Мне также нравится мясо кенгуру. Я прикину, что никогда не говорила с тобой. Окей. Что с вами, мистер? Я думал, что слышал странный шум раньше. Это ведь нормально все, верно? Мы нас еще не обнаружили. Пока что. Все будет нормально, я думаю. Я надеюсь. Но я правда чувствую, как будто я могу слышать их смех. Все будет нормально, не так ли? Монокума не спустится сюда. Все будет нормально. Да, бесполезно, я могу слышать их смех. Да, он сошел с ума. Сходит с ума. Я сошла с ума. Просто ожидать смерти здесь. Я лучше пойду наверх и умру там, но вперед с песней. Я не могу умирать в таком месте, выпустить меня отсюда. Но дверь не закрыта, я тебе могу так сказать. Вперед из песни, как говорится. Никто тебя не держит здесь, мистер. Мистер Твистер. Я слышал, что ты из фонда будущего. И что с этим такого? О, до сюда слухи дошли. Я слышал слухи. Фонд будущего хочет уничтожить весь город. Очевидно, они не хотят. Кто распространяет такой слух? Я не знаю, но есть куча людей, которые верят в это. Вам нужно быть осторожнее. Загадочные слухи. Что ж, Хагакура, мы не нашли больше записок, к сожалению. Надеюсь, я ничего не пропустил, потому что... И похоже, никого мы не спасла. Чем ты занималась, мисс? Йо, Комаричи и Фукаваччи. Антара, сото ни дететан датте на. Йо, Коко и Фуфу. Я слышала, что вы пошли наружу. Ну, я так и думала.
Как бы это сказать, есть что-то от вас отличающееся от тех других здешних людей? Что ты имеешь в виду? Как бы это сказать, воздух вокруг вас, он отличается? Вы двое всегда идете вперед? Но здесь воздух становится тяжелее и тяжелее, все в стрессе. Застряв в таком темном и грязном месте, как это, как это иначе? В любом случае, вы пошли наружу, вы можете рассказать мне об этом? Вы узнали какую-нибудь информацию о людях с браслетами? Я ничего не узнал, я реально пропустил это, блин, извини, Хирока. Постоянно забываю имя, извини, Хирока, я не нашел никого, я извиняюсь. Что ж, ну, с богом. А, серьезно? Такое у вас собрание безымянных людей? Я думал, тут интересный дядь будет. Это не важно, дети они или нет. Нам нужно убить их перед тем, как они убьют нас. Жестоко. Ну что за паника такая? Что за взрослого с такие паникеры? Ну, детей этих... На стороне детей есть Монокума. Монокумы. Сначала нам нужно сделать что-то насчет них. Что ты имеешь в виду? Как я говорила, нам нужно сначала их как-то вырубить. Я уже на пределе своего ума, если я останусь под землей еще минуту, я сорвусь. Поспокойнее, можно как-то обсуждать это? Почему Хайджи молчит? Ему нравится это? Нормально? Я говорю тебе, без плана это слишком опасно, рискованно сражаться сейчас. Хайджи, как лидер, что ты думаешь? На моих руках все ваши жизни, так что... Я ни за что не могу подвергнуть их опасности. Я совершенно против суицидной атаки. Даже если... Даже... С теми, кто готов умереть. Ты хочешь, чтобы мы просто остались здесь? Ты говоришь, что там наш... Говоришь нам провести наши жизни в этом дерьмовом месте, постоянно боясь этих детей? Ну, блин. Удивительно, что никто еще ни разу не было таких намеков, что взрослые что-то сделали с детьми, реально. Уж дети повсюду бегают и... Не знаю. Мне кажется, некоторые взрослые могли бы уже что-то сделать с детьми. С некоторыми начать. Нам ничего такого вроде не показывали. Мой принцип это принцип в том, чтобы не тратить жизни. Как лидер я не могу принять план, который идет вразрез с этим. Но... Я не говорю вам оставаться здесь навсегда, я говорю, что просто сейчас не подходящее время, так, блин, он все-таки, не знаю, он трусит или он просто реально чего-то ждет. Какой момент ему еще нужен? У кого-то еще есть идея? Хайджи, нормально, если эти девушки присоединятся к обсуждению после вашего перерыва? Привет. Здрасте. Вы двое. Почему здесь? Я вам сказал уже, что не хочу говорить с вами больше. Мама,
сейчас не время спорить. Вам, ребят, нужно помириться, особенно в такое время. В любом случае, конференция уже закончена, закончилась. Нет, еще нет, не то чтобы ты уже обсудил все возможности, верно? Помнишь ту идею, которую я придумал? Ты о ней думал? Думал, которую я придумал. Окей. Широкума придумал идею. Интересно послушать, что же он придумал. Я уже говорил тебе, это невозможно. Ты понимаешь, ты чувствуешь, но... Эй, о чем вы, ребята, говорите? О преследовании детей. Преследование? Убеждение детей, точнее убеждение, да. Убеждение детей. Это твоя идея? Это, очевидно, немного поздно для этого, не думаешь? Ну, ребята, все люди, вы можете прийти к соглашению словами вместо жестокости, но ты, похоже, не видел еще, не сталкивался с теми детьми. Не знаю, можно их назвать их уже еще людьми. Ты правда думаешь, что с такой группой монстров, как эти дети, можно договориться? Я думаю, что они убьют нас в момент, когда мы покажемся, чтобы поговорить с ними. Плюс эта группа здесь. С этими детьми не может быть никакого мира. Вы знаете, что они сделали? Ну все же, почему вы, по крайней мере, не попытаться? Как Широкума сказал, мы все люди. Ты уже забыл, с чем мы сражаемся? Помнишь того физкультурника, что он показал нам? О. Блин. Его голос напоминает кое-кого тоже, если честно. Одного главного героя. Просто потому что они родили нас и вырастили. Они думали, что могли контролировать нас. Как герой, я поймал их всех и освободил. Окей. Черный экран. Ах. Ах. Эти детей даже не волнует своя семья. Вещи типа убеждения никогда не сработают. Верно, они не люди, они демоны. Не только это. Если бы мы попытались использовать семью, чтобы убедить их, это невозможно. У них нет семьи. У выживших здесь нет никаких детей. Подожди, ты имеешь в виду, что здесь ни у кого нет детей? Но здесь так много взрослых. Ну, не обязательно у всех взрослых должно быть по ребенку только. И здесь не так много людей, чтобы у всех были дети. Чтобы у кого-то был ребенок. Это, наверное, не совпадение. Эти дети целятся сначала на родителей. Почему? Кто знает, у них есть глупая ненависть к тем, кто вырастил их. Это безумно.
Невозможно убедить такую группу, я совершенно против этой идеи. Но если сражение бесполезно и убеждение бесполезно, что ты собираешься делать? Разве же не говорил, что лучший план это ждать подходящей возможности? Да какая возможность? Какая? Когда уже? Сколько конкретно это какое-то время? Я не знаю, но сейчас время укрепляться и выдержать это. Ты говоришь ждать и выдерживать, ты просто повторяешь тот факт, что ты ничего не собираешься делать. Ты изгой, как ты вообще можешь что-то понимать? Это резистансный лидер. Я лидер этого сопротивления, мне нужно думать о жизни всех здесь. Ну, конечно, его можно понять, правильно. Я бы тоже, наверное, боялся, если бы на мне была такая ответственность за все жизни, которые здесь находятся, потому что они, по сути, ко мне пришли, допустим, и я им предоставил убежище, и отправлять их просто умирать после этого, возможно, вероятно. На самом деле, правда. Очень рискованно и... Да. Так что... Тяжело, конечно, это все. Какое сопротивление? Бесполезный лидер, как ты. Ты даже больше еще бремя, чем эта девка. Что ты сказала, блин? Но, конечно, за то, что он... сердится на нее, непонятно за что. Он вроде взрослый. Эй, вы двое. Ты не думаешь о других и говоришь, что хочешь? Да не отличаешься от тех детей. Гуччи. Ты здесь ребенок, жалуешься и ничего не делаешь. Если мне не нравится то, какой я лидер, тогда ты можешь уйти. Никто тебя не останавливает. Ну серьезно, Тока, зачем ты ему высказываешь свои недовольства? Ты вообще пришла за Камару, и какая тебе разница? Тебе не надо говорить мне дважды, я ухожу, но я знаю, что не прав. Идем, Омару. Ты не права, Тока. Камару. Пора поставить Тока на место. Что ты говоришь? На это да, видимо, мы. Ты не понимаешь чувства слабых совсем. Я не винюсь за то, что они слабые, я просто винюсь за то, что они используют это как отмазку. Это именно то, о чем я и говорю. Причина, по которой они ничего не могут сделать, это потому что они не могут получить уверенность. Я знаю это. Ты сильная, с талантом, выбранная в Академию Пика Надежды и фон будущего. Ты не знаешь, как чувствуют люди типа меня. Ты не знаешь, каково это. Я не понимаю, что это... Каково это быть слабым? Ты думаешь, я выбрана? Ты должно быть шутишь. Что такого хорошего мне, а? Я ходячий комплекс неполноценности.
Нет уверенности, никогда не было. Ну что изменится, если я просто буду продолжать говорить это, используя это как отмазку каждый день? Я выучил это от убийств, я страдал от этого, ради этого, но... Из-за этого, но я что-то сделал об этом. Так за то, что ты говоришь, что я была выбрана, как будто я ничего с этим... Ничего для этого не сделала, я не позволю этому, это... Столько слез, столько эмоций, просто, постоянно. Пожалуйста, подождите, ребята. О, ссориться это запрещено. О, беда. Да. Бадокума атакует нас. Да, подходящий момент. А? О нет, нападение Монокум. Рыба Монокумы. Пиу, биу, 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 биу. Забавно. А, мои уши, мои уши. Нет, нет, только не черный парень, только не черная девушка. Остановись, Ванакума. Ну что, все, наигрались, конец. Почему здесь Монокумы? Кто их знает, кто их знает. Что ж, на этом мы закончим и вернемся к нападению Монокумы в следующей серии. А, неожиданно, конечно. Хотя не то, что неожиданно, ладно, ладно, ладно. Спасибо всем за просмотр. Как обычно, подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, вступайте в группу ВКонтакте. И до скорых всем встреч, и пока.